Сегодня свой профессиональный праздник отмечают югорские метеорологи. Этот день в 2008 году утвердил президент России Владимир Путин. Впервые дату отметили в 2009. Однако создавать регулярно сеть метеорологических и магнитных наблюдений в нашей стране начали еще в 19 веке. Отмечу, умение предсказывать погоду в древности считалось колдовством, но сейчас к современным волшебникам относятся с уважением. В Югре постоянно действуют 27 метеостанций. Они собирают информацию о температуре воздуха и почвы, атмосферном давлении, ветре, осадках, испарении и даже радиации. На станции в Ханты-Мансийске круглосуточно работают 5 наблюдателей.